Алексей, с победой. Расскажи свои впечатления после матча об игре. Ну, хорошо, что выиграли. Тяжелый матч был. И хорошо, что закончили, довели счет, там, ну, игру до победного. Надо было забивать, конечно, больше. В первом тайме было много моментов. Реализую, и я думаю, что игра бы по-другому складывалась. Два мяча, отмененные из-за офсайда, не выбили из колеи? Не выбили, но, я же говорю, были моменты, где нужно было собраться, и я понимал, что будут еще моменты, где нужно будет забивать и продолжать также работать и добиться результата. Как тебе поддержка на стадионе сегодня? Ну, в принципе, как мне кажется, как и везде, когда мы приезжаем в сборную России, везде отличная атмосфера, поддерживают. Ну, супер вообще. Спасибо большое болельщикам. Скажи, как ты гол забил? Было, по-моему, два там или три прохода таких, в принципе, идентичных. И прострел с фланга был, там получилось на 11 метров, то есть пару раз, когда простреливали, и осталось только попасть.